ИУМ – один из крупнейших институтов Академии. Мы готовим управленцев и менеджеров для ведущих отраслей экономики. Институт отраслевого менеджмента был создан в составе Президентской Академии в 2014 году. Он объединил несколько факультетов и центров, в которых велась подготовка бакалавров и магистров, а также осуществлялась профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей разного уровня. Ключевое отличие Института отраслевого менеджмента – непрерывное прикладное образование, начиная от профориентационных программ для школьников и заканчивая MBA. Институт предоставляет максимум возможностей по прохождению практики, стажировкам, проектной работе. Преподаватели ИОМ являются в том числе представителями ведущих российских компаний. Первый практический опыт студенты получают уже на первом курсе, а к моменту выпуска большинство ребят официально трудоустроены. Языковая подготовка – еще одна сильная сторона института. На всех программах бакалавриата студенты имеют возможность освоить два иностранных языка – английский и второй язык на выбор – китайский, арабский, испанский, немецкий и французский. Программы бакалавриата представлены несколькими направлениями подготовки. Это менеджмент, реклама и связи с общественностью, инноватика, управление качеством и гостиничное дело. При этом у студентов есть возможность во время учебы получить дополнительную квалификацию. Программа магистратуры реализуется по направлению подготовки менеджмент. В институте проводится множество мероприятий для студентов и абитуриентов. Например, проект «Карьерный взлет» позволяет студентам подготовиться к выходу на рынок труда и найти работу мечты. Для тех, кто хочет работать в студенческих медиа, разработан образовательный интенсив «Медиашкола». А флагманская программа «Попробуй ИОМ» дает возможность абитуриентам на один день почувствовать себя первокурсниками, посещать пары, общаться с преподавателями и студентами. И это лишь малая часть различных активностей, которые предлагает ИОМ. Обучение в Институте отраслевого менеджмента всегда способствует профессиональному росту, независимо от того, в какой отрасли реализуют себя студенты и слушатели. Например, выпускник Андрей Иконников проходил обучение на программе профессиональной переподготовки менеджмент здравоохранения. Он был назначен министром здравоохранения Белгородской области и награжден благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Другой недавний пример – коммерческий директор компании LS Татьяна Лисавкина, которая прошла обучение на программе MBA «Управление недвижимостью». Проект, ставший основой ее дипломной работы, после реализации был удостоен премии CRE Federal Awards 2023 номинации «Redevelopment торговой недвижимости». Пройденное обучение, по словам выпускницы, сыграло немалую роль в победе. Выпускница программы магистратуры «Управление рекламным и медиабизнесом» Анастасия Селезнева теперь отвечает за социальные медиа Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». А теперь блиц. Лучшие, любимые. Практические. Профессионалы. Возможности. Труд. Команда. Трансформация. Семья. Дорогие друзья, ждем вас на территории практиков в Институте отраслевого менеджмента Президентской Академии.